Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 17 мая 2022 года. 20 градусов тепла, но очень холодно, северный. Ветер холодный, ночью будет плюс 5. Вот цветут сады, даже пчел нету. В этом году хоть и обильно цветут, а опыляемости никакой толком нету. Никакой. Иду на грядку посадить цветную капусту, опал. Ни разу не сажала такой сорт. Ультраранний сорт, плотные белоснежные головки. Так, ультраранний, 85-100 дней от сходов до уборки головок. Розетка, листья вертикальная, головка белоснежная, плотная. Округло-плоской формы, снежной текстурой. Вот так, 10 штучек. О боже, что же оно там вырастет? Я уже посеяла сноутбол. Ну, к середине июня взойдет и подрастет. И я ее буду в середине числа 15 июня рассаживать, эту капустку. Так, ну вот, здесь у меня сноутбол, а здесь будет опал этот. 15 штучек где-то надо посередине бросить. Да, совсем много. Ой, не 15, а 10. Ладно, откроем, посмотрим. Капуста вот в таких вот пачечках укупоренных. Ну, на серединку высыплю и все. А потом, когда капуста уберется, зеленью какой-нибудь посею. Ну вот, посыпала я. Ну, 10 штучек, наверное. 3, 5, да, 10 штучек. Вот здесь вот я прижму. Такого слегка. Ну, а дальше будет пусто. Дальше будет у нас пусто. Ну, ладно, будем надеяться, что взойдет эти 10 штучек. Так, и куда-то бумажка улетела, а вот она. Ну, вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости, как всегда, буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч. Я пошла домой, очень холодно, ну, очень холодно. Это просто ужас. 20 градусов тепла называется. Пока!